This is after her house got bombed, literally, and just literally destroyed. And she's been able to get that leg fixed properly. Как с ступеньками? Вот эта ступенька вниз, и вот это здание, это у нас медфакультет. Ого. Мы живем. Молодец. Я мой дети покажу. Вот, ты вообще. Но... Молодец ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сливи, да? Украинские сливы. Давай. Ой-ой-ой, груши дали. Да, давай. Спасибо. Очень хорошо, что у тебя есть там Библию. Давай. Я сразу видел, что да, это твое да. место из-за да. того, что Библию там есть. Да. Молодец. А что, мы на такси тогда ко мне? Ну да. Хочу ну, поговорить еще хотела. Да, 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 так да, много да. не расскажешь по телефону. Да, конечно, да. да. Просто очень. Ну, тогда. У нас в 10 закрывают. Ну, мне надо быть в Харькове. В 10 часов закрывают. Да нет, до этого будет.